Всем привет, друзья! Я Радзиховский Артур, мы в Лесоборье. И что? Это онлайн-класс, и сегодня мы с вами разберем, что такое Applejack'и. Многие меня спрашивают, что ты такое классное делаешь постоянно ногами. И я вам открою большой-большой секрет. Это Applejack'и в разных их вариациях. Что такое Applejack? Это вот такое простое движение, когда вы соединяете пятки, стоя на месте. Вы можете думать, что вы разводите носки, соединяете пятки. Разницы нет никакой. Мы перемещаем вес с носка на пятку. То есть внутри, по сути, это вот это движение. Очень простое, когда у вас одна нога стоит на пятке, другая нога стоит на носке. И вы еще их чуть-чуть прокручиваете вот здесь вот. Когда освоите это движение, вы можете начинать поворачиваться в пространстве. Здесь у меня красивый микрофон. Все очень профессионально. Да? Можете начинать двигаться вперед, двигаться назад. И когда вы научились передвигаться немножко в пространстве этими движениями, что мы с вами будем делать? Мы будем вспоминать, что такое трипл-степы. И в трипл-степ мы вставим Applejack, и получится трипл-джек. Да, мы будем делать трипл-джек. 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 То есть на upbeat, на, условно говоря, счет 2, мы будем делать вкрутку пяткой в пол, трипл-джек, трипл-джек, и делать это на месте, на месте, на месте, на месте. Потом вы можете начать немножко поворачиваться влево, немножко поворачиваться вправо и немножко путешествовать этими шагами. Трипл-джек, трипл-джек, трипл-джек. Трипл-джек. И теперь мы вставим это в наш бейсик. Представьте, что у вас есть паттерн, например, поворот под рукой справа. Вы делаете walk, walk, трипл-джек, трипл-джек, walk, walk, трипл-джек, трипл-джек. Также вы можете вставить Applejack на обычных шагах, как мы делали до этого, и у вас будет джек, джек, трипл-джек. Трипл-джек. Бум-ча. Та-да-да. Та-да-да. С другой стороны. Та-да-да. Та-да-да. Пу-дум-ча. Та-да-да. Та-да-да. Пу-дум-ча. Та-да-да. Та-да-да. И меняя, например, вы можете сделать walk-walk, трипл-джек, обычный трипл-степ. Walk-walk с трипл-джеком. И обычный трипл-степ в конце. У вас будет очень разнообразный бейсик. Никто не будет понимать, что вы делаете ногами. Это будет выглядеть классно. И специально для вас, никуда не уходите, тапочки Edition. Пам! У вас есть кружечка вашего любимого витаминного чая. И, конечно же, вы будете практиковаться дома. Это тапочки. И мы делаем то же самое. Все упражнения, которые нам нужны для освоения данного движения, мы делаем в тапочках, чтобы вы могли практиковаться дома. Walk, walk, triple jack и walk, walk, triple jack и walk, walk, triple jack, tum ta da tu dum ta, tum ta da, tum ta da tu dum ta, tum ta da, tum ta da tu dum ta. Ваше здоровье.